планируем строительство 8 домов в общей сложности. На этот год у нас 3 дома, 13, 14, 15. На данном этапе сейчас землепроектные работы, проводятся работы по ограждению и очистке стройплощадки, также разработка план, погружены пробные сваи, испытаны и приступили к погружению сваи. Как сказал, что на данный год у нас 3 дома запланированы, и мы выполним все обязательства. Понимаем, что мы строим отдел комплексную застройку из благоустроенных территорий с подъездными путями, спортивным детским комплексом, правильно? Да, все верно. У нас сейчас все так же предварительно сейчас проводится работа по выносу кабеля Ростелекомовского, также подводят сети силовые облкоммунэнерго. А благоустройство у нас будет уже туда в летний период. Да. Коллеги, в этом году мы расселяем с вами 22 многоквартирных дома в программе «Творение жилья». Здесь законтрактован у нас 175 квартир, которые будут приобретены для жителей нашего города. Мы понимаем, что хотим увидеть с вами современный микрорайон с развитой инфраструктурой, благоустроенной территорией, со спортивными детскими площадками, чтобы это был единый комплекс, и жители могли заехать и, соответственно, получить комфортное жилье. В этом году мы вводим в эксплуатацию 10700 квадратных метров по переселению. Работа на подрядчик приступил. Конкурсные процедуры проведены. С нашей стороны, с стороны подрядной организации, мы приложили все усилия, чтобы сроки мы не сорвали. И до конца ноября мы ввели в эксплуатацию 3 многоквартирных дома. Попадает пятно застройки, котлован у нас частично, старые строения, фундаменты. Ну, строительная техника на это есть, поэтому мы ремонтируем, вывозим, расчищаем, гружаем. У нас здесь находятся с вами, исходя из наших нормативов, 2 детских садика, один новый, один, который был введен в эксплуатацию более 25 лет назад. Также здесь находятся 2 школы, 3-10. Закрылась 50-я школа из проекта мощностью 700 человек, составляет всего лишь 100 человек. И, соответственно, загрузка школы номер 3 находится за мной. Благодаря программе и при поддержке депутата Паркова Николая Васильевича и Вячеслава Викторовича Володинова сделан спортивный комплекс, сделан ремонт этой школы. Там достаточно количество свободных мест для тех детишек, которые здесь будут жить и ходить в эту школу. Загрузка школы на сегодня составляет порядка 65% от проектной мощности. Проектная мощность 800-850 человек. То есть места для обучения и для людей, которые будут ходить в садик, здесь присутствуют. У нас стандартный типовой проект. Социальная отделка идет. И общее количество квартир, если память не изменяет, у нас на 3 домах 385.